Так, судя по координатам, которые мне дал Шустрый, барыга должен быть где-то поблизости. Скорее всего, вот здесь, у знакомого туннеля. Такс, ну и где же ты, красавчик? Не кинул ли ты нас? Опаньки. А похоже, ты нас покинул. Такс, ну маячок на него указывает. Ай, давай-ка посмотрим, что тут у тебя. СВУ-2, нифига себе, деньги. Детектор. И ПДА. Такс. Давай-ка посмотрим, что тут у нас. Надеюсь, ты любитель заметок. Такс. Ага, вот оно. Иду навстречу. Комбинезон. Оставлю вещички в туннеле. Секретный люк. Чуть-чуть подпереть. Ну, вроде бы понял. Спасибо, брат. Конечно, жалко, что обмен не состоялся. Ну да ладно. Надо бы побыстрее разобраться с этим всем делом. А то, может, кто тебя порешил, сейчас вернется. Но надеюсь, этого не будет. Такс. Вот здесь что ли? Ой, а как открыть? Ладно, давайте попробуем ножом подковырнуть. Такс. Давай, давай, давай. Ай. Отлично. А хороший схрон. Что у нас тут? Всякая фигня и... Вот он, комбинезон. Шустрый говорил, что за этим комбинезоном вся зона охотится. Аж интересно посмотреть, что это за комбез. Вау! Нифига ж себе. Да, нехилый комбезик. Это же комбинезон Клыка. Ё-моё. Я не думал, что мне придется с такими реликвиями возиться. Ладно, надо бы побыстрее выбираться отсюда. А то уже и погода испортил. А ты еще что за чудо? Бляха-муха, это кровосос. Ё-моё, а ну отстань от меня! На, хватай! Вот же живучая тварь, надеюсь, мне магазина хватит. Ох ты! А ну назад! Вот сволочь, получи! На, скотина! Отлично. По всей видимости, ты-то нашего барыгу и зафигарил. Ой, сколько же тут нечисти, а? Ой, хорошо меня приложил. Ну так, и Ханса поцарапал. Так, с бинтом надо будет перевязаться. Немножко посижу, отдохну и... Можно будет лыжи к Шустрому востоить. Он уже, наверное, там заждался. Всем хаюшки! С вами на видеосвязи прямиком из ЧЗО и Гонус. И сегодня я буду обозревать мод на комбинезоны из сталкера для Майнкрафта. Что мне очень понравилось, так это то, что данный мод заставил меня вернуться на нашу всеми любимую Shadow of Avernus. Потому что где можно продемонстрировать сталкерские комбинезоны? Только в зоне. Сразу скажу, что данный аддон, он очень детализирован, проработан, красиво выглядит. И думаю, привлечет ваше внимание. Поэтому, друзья, набирайте 45 лайков под этим видео. И ссылочки на сам аддон и автора появятся в описании под роликом. Впрочем, делаем все так, как обычно. И продолжаем сотрудничество. Ну что же, а теперь давайте приступим к самому обзору. Тут я уже накидал брони. И, конечно же, каждую мы будем разбирать до мельчайших подробностей. Ну, первое, которое из короткометражки, это обычный комбинезон Заря. Теперь мы надели вот такой вот бандитский плащ. Накидка выглядит очень круто. Особенно с тем учетом, что она у меня, получается, на скин садится. То есть у меня еще видно вот эти вот, видите, средние детали моего скина.
это прям атмосферненько. То есть вы действительно накинули такую накидочку и идете по зоне как наемник Шрам. Так, давайте теперь посмотрим, сколько защиты дает данная броня. Дает 4 единицы. В принципе, это неплохо, даже хорошо. Теперь мы переходим вот к такому экзоскелету Монолита. Вы только посмотрите, как он детализирован. Выглядит просто бомбически. Прям муа. Мне в этом моде очень понравились экзоскелеты. Они правда выглядят, можно так сказать, как из игры. И тем более они сделаны были больше под билдовскую тематику. То есть помните там Oblivion Lost и тому прочее, когда экзоскелеты были не такого, не новейшего образца. У меня даже в моем моде один есть такой, типа билдовского. Такс, это у нас комбинезон неизвестного. Также тут присутствует множество комбинезонов, которые идут из модов, из различных билдов, и это тоже приносит такой небольшой шарм данному аддону, потому что данную броню вы ни в каких других аддонах найти не сможете. Ну, если я, конечно, не буду развивать свой мод на броню. Но там, скорее всего, появятся какие-то другие комбезы. Теперь мы переходим к Севе. У Севы есть главная проблема. Она заключается с головой. Все дело в том, то, что текстура головы предназначена для тех скинов, у которых нет на голове каких-нибудь выделений, то есть дополнительной шапочки. А поскольку у меня есть мой, так сказать, капюшончик, поэтому у меня Сева не отображается. Кстати, сзади трубки выглядят довольно прикольно. В принципе, Сева меня тоже устраивает. Очень хороший комбинезон. Теперь мы переходим к Севе у нас Свободы. Кстати, еще выделю один факт. Все комбинезоны, которые присутствуют в данном моде, делаясь не по маленьким разверткам, которые мы используем в Майнкрафте, а была именно чисто модель из Сталкера. Тьфу, модель, развертка. Так, теперь у нас комбинезон Долга. Долговский комбинезон вообще выглядит отлично. Мне тут очень нравится все, что связано с Долгом. Выглядит классно. Единственное, какое замечание могу предъявить, мне кажется, кармашки, которые на ногах, их можно чуть-чуть повыше. Ну, не знаю, но это больше моя, наверное, придирка. Может, оно так и даже лучше смотрится. Ну, не знаю, как мне кажется, должно быть чутка повыше. Так, теперь у нас идет экзоскелет бандита. Бандитский экзоскелет тоже выглядит топово. Но, впрочем, отличается он только текстурой. То есть, никаких таких существенных отличий экзоскелеты, комбинезоны Сева не несут. Ну, в принципе, так же, как и у меня в моде. Зачем что-то добавлять, когда и так все отлично? Единственное, что еще хотел, это к экзоскелету добавить сзади трубки. Чтобы было, как у моих комбинезонов. Ну, про кожаные куртки и говорить-то особо нечего. Они выглядят просто прекрасно. То есть, видно такой ранний вариант брони для сталкера. Вы только попали в зону, надели кожаную курточку и бороздите ее просторы. Также сзади у нас есть вот такой вот 3D-рюкзачок. Он выглядит очень таким миленьким и компактненьким. А вот у долговского комбинезона уже баллоны. Это, кстати, тоже прикольная штука. Вообще, если сказать по правде, приятно видеть мод на детализованные комбинезоны. Кстати, ребят, если у вас есть какие-нибудь моды, то вы тоже можете их присылать ко мне на обзор. Как я люблю говорить, без обзора ничего не останется. Все покажем, расскажем и, конечно же, оценим. Также мне очень тут понравился комбинезон Заря. Ну, вы знаете, это мой любимый комбинезон. Я с ним снимаю практически все короткометражки. Он выглядит просто шикарно. Знаешь, прям роскошь такая. Кстати, еще плюсом данного аддона можно считать и интерактивные надписи, которые под цвета группировок. Мне эта деталь очень зашла, поэтому я даже ее возьму себе на заметку.
Такс, ну, комбинезон наемников, точнее экзоскелет, тоже стандартный, базовый, но выглядит он правда хорошо. Помните вот этих был тайных наемников, которым мы тогда тушенку отдавали в Зоре Припяти, и которые потом за нашей жопой охотились? Эх, было время. Так, что у нас еще есть? Это у нас комбинезон Сева Долга. Выглядит просто отлично. Вот не знаю почему, мне всегда нравились комбинезоны у Долга. Хотя, в принципе, в Сталке и все комбезы выглядят очень даже хорошо. А в этом моде особенно. Так, опять у нас комбинезон неизвестного. Это у нас снова экзоскелет. Кстати, как вы можете заметить, еще у разных комбинезонов разная броня. Только вот с экзоскелетами я немножко не согласен. По-моему, там броня должна быть намного больше, потому что экзоскелет это уже последний самый такой костюм в зоне, который ты надеваешь, и он должен тебя защищать по полной. А вот, допустим, вот от моих мутантов он фиг защитит. Так, это у нас опять же Сева неизвестного. Очень сильно напоминает Долговскую. Но не суть. Сюда, кстати, можно еще парочку комбинезонов добавить. Типа к неизвестным. Еще много всего такого оставалось прикольного, особенно в файлах Сталкера. Поэтому, думаю, излишним не будет. А сейчас я вам продемонстрирую, как же будут выглядеть головные уборы у данных комбинезонов. Давайте-ка выпьем чайку йо-хо-хо. И вот так-то мы выглядим в Севе. Ну, в принципе, классно. Единственное, какое замечание могу сделать. Сам шлем немножко тускловатый. То есть не хватает вот какой-нибудь, даже не знаю, чуть побольше обводочки с боковых сторон. Так, это у нас уже экзоскелеты. Как вы можете заметить, вот у экзоскелетов есть вот эта обводочка. И то есть, если у вас скин будет без вытяжений на лице, то для вас эти комбинезоны будут выглядеть очень даже солидно. Вы будете в них, так сказать, очень хорошо смотреться. Вот еще один бандитский комбинезон, также с различными выделениями. Блин, на самом деле, точнее это плащ. Все это выглядит очень классно. Еще здесь есть Сева наемника. Она, как мне кажется, тоже тут выглядит прикольной. Давайте-ка сейчас поймем антирадик, чтобы вывести, так сказать, эффект невидимости. Давайте немножко приглянемся к этому костюмчику. Ну, в принципе, бандитский плащ хорош. Теперь Сева наемников. Довольно-таки знакомая текстура, а? Сева наемников тоже выглядит классно. Причем она мне напоминает мою. Помните, которая вышла в новом моде на броню? Я же и свой планирую улучшать. Как-нибудь модернизируем. Так, что у нас тут еще остается? Комбинезон легендарного сталкера по прозвищу Клык. Комбинезон Клыка мне запал в душу. Выглядит прям... Вот действительно, как будто его техник сделал. И тем более такой цвет, удобно с грунтом смешиваться. В принципе, хороший комбинезон. Такс. Долговский комбинезон. Тут, по-моему, доработана была текстура. Как вы можете заметить, именно вот эти вот рукава, ноги. Вот такая вот текстура под военный камуфляж. Только он такой бордовый. И это не может, кстати, не радовать. А вот уже комбинезон свободы, точнее экзоскелет, выглядит так, как обычно. Единственное, я не могу понять только в прорези ног, немножко вот эта вот рыжеватая фиговина. Но, не знаю, прям особо она на глаза не действует. Так что, опустим этот факт. Тут есть также вот такой комбинезон ООН. Это уже экзоскелет сталкера. Эх. Билдоманы, давайте, билдоманы, лайкайте! Это же билдовщина, это же круто! Комбезы из билдов. Так, и это у нас научный комбинезон ООН. Научная заря мне всегда, если честно, нравилась.
и выглядит он довольно-таки практично. Ну и, конечно, красиво. Правда, напоминает комбинезон Монолита. Странно. Может, какая-нибудь отсылочка к этому есть? Ну-с, вот мы и разобрали вот такой вот шикарный аддон. Что ж, ребят, надеюсь, вы поставите лайк за работу автора данного мода. И, конечно же, лайк обзорщику. Ну что ж, а на этой прекрасной ноте наш видеоролик постепенно подходит к концу. Надеюсь, что вам понравилось данное видео, понравились комбинезоны, которые есть в этом моде, понравилась короткометражка и, конечно же, понравился ведущий. Да-да-да, куда же я без своей вставочки с самолюбием? Ну извините, скоро будет самобичевание. Также стоит сказать, что в будущем запишу еще какой-нибудь туториал, а то я вижу, вы по ним соскучились. Ну что же, всем спасибо, ребят, все свободны. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Твое желание скоро исполнится.